Всем конничува! Вы на канале Сапфир, и это Total War Shogun 2, Рассвет Самураев, Закиса Минамото. Продолжаем. Мы уже, в принципе, в хорошем положении. Скоро выиграем, ну, относительно. Не знаю, сколько серий еще займет. Да, мы хоть и половину даже не захватили, но сейчас экспансионный темп будет нарастать. Притом достаточно быстро. Так, здесь сейчас я сразу подумаю, что куда кого отправить. Так, сюда надо как минимум. Два отряда. Угу. Весело. Весело, конечно. Так, хорошо, два отряда отправлено. Здесь что? Здесь мы. Ну, избежать провала, это, наверное, самое лучшее было бы. Откуп тоже неплохо. Правда, стоимость действий снизить. Это тоже прикольно. Стоимость действий снизим и вероятность избежать провала снизим. Так, дальше. Кавати. Здесь у нас, возможно, восстание может быть, но мы возвращаем войско. И все. И ждем, пока тут минамотовское влияние на полную. На полную раскачается. Здесь что? Так, у нас есть эти монахи. Монахов мы сюда отправляем. Так. Здесь было бы неплохо городскую стражу сделать, но нам, честно говоря, есть куда. Тратить деньги в мина. В мина у нас вообще уже все хорошо. Можно, в принципе, выводить отсюда войска. Вот сюда. И здесь у нас соединение. 4 отряда можем однозначно вывести. Так, а чем они, кстати, отличаются? Эти против всадников больше. Эти атака в бою ближним больше. Так, ладненько. Вообще, я бы вот этих ребят взял больше. Лучников. Минус один. Ну, у нас предположительно вроде бы ребята будут счастливы. Так. Ай, блядь, в мина тоже? Вы чё? Вы же... Я понимаю, конечно, что это из-за полководцев. Вы были так рады. Но... Я не думал, что мне придется здесь ополченца какой-нибудь делать. Так, тут у меня полководец. Притом, это не просто полководец, а наследник. Так, Хида. Этю. А вот Этю мне больше интересен, честно говоря. Так, даймё. 6000 стоит подкупить. Этю больше интересен, потому что там твердыня, насколько я понимаю. Так, давайте тут починим. Починимся. Есть еще немного денежек. Серебёсю сюда отправим. Если что, у нас будет шанс Китабатаку задержать. Так. Чё ещё? Выводим отсюда во войска все. Пора идти походом на север. Так, из Хитати тоже 4 отрядика можно вывести однозначно. Место встречи Симацука. Так, что бы еще сделать на деньги? На деньги. Но вообще дорога нужна бы. Так. Давайте тут склады продовольствия сделаем. Ну и все, в принципе, нормасик получается. Нормально. Так, Кавати. В Кавати 13. А 13 это что значит? Значит, один отрядик. Там следует держать, и все у нас будет замечательно. Ну и Хариму можно будет в скором будущем захватить на самом-то деле. К
Кстати, давайте вместо этого, вместо склада, вот здесь сделаем твердыни. Это больше пользы для меня будет. Школу, кстати, давайте отремонтируем. Так, поля, вот это все уже можно отремонтировать, в принципе. Так, тут что-то подгорает немного. Но, в принципе, оно чинится потихоньку, так что я не буду это трогать. Ну и все. Глянем, что у нас там дальше. Ой, армия небольшая. Небольшая армия этих китабатаки. Китабатака, кстати, был сильный когда-то, но сейчас он из себя ничего не представляет. Так, нападение, нападение. Засуха, ёбаный в рот. Южная Синана. Это печально. Так, тут вообще классный дзюнсацуси получается, да? Вероятность успеха агента. Хитрость наблюдения при армии. Не, вероятность успеха агента. Вот это 100% самое охуительное. И кого сюда мы сделаем? Хитрость наблюдения за армией. Да не, жертва покушения. Вот это больше беспокоит. Так. Идем сюда. Распространять наше влияние. Минамотовская. Здесь у нас что? Да, твердыня, как я и думал. Сука. Видите, он здесь в этот встал. Он встал в засаду, сволочь. Но один отрядик придется пожертвовать. Сука. Не удалось отвлечь. Ну, блять. Придется и Тига оставлять тогда. Ладно, оставляем и Тига. Оставляем, да. Если что, в Кадзусе можно будет отбиться. Тут форт есть. И Тига потом, после Фукусимы, наверное. Захватим. А тут просто собираем гигантскую, мать его, армию для похода на север. А еще делаем дороги. Но дороги потом делаем. Во-первых, денег нет. Во-вторых, нужно вообще-то твердыни сделать. Везде, где можно сделать. Так, тут у нас что еще? Вот здесь где-то армия, да, судя по всему, находится. Так, пока месть в Оми посидим. Сделаем и здесь твердыню тоже. Пу-пу-пу. Здесь, если что, в Киото сможем отбиться. Правда, сюда по любасу два отрядика надо отправить. Так, ну все, вроде все довольны относительно. А, тут вот немножко недовольство. Бывает, ничего страшного. Ничего страшного. Так, ну где-то что-то надо отменить. А чё и где? Может, ты где-то войска делал? Нет? Просто не хочется твердыню отменять. Так. А как влияние противника может расти, если тут Тайра и так стопроцентный? В чем смысл? Блин, так, не знаю, что здесь делать еще. Буддийское святилище можно было бы. Давайте тогда вместо твердыни здесь. Здесь один отряд наймем. И сделаем, наверное, пока буддийское святилище, чтобы степень довольства была. А, так, еще у нас 600 монеток есть, да? Чинить здесь нет смысла. Вот это однозначно есть смысл починить.
Плюс 10, да? А, ну это у нас все монахи нам делают. Так, плюс 7. Здесь плюс 3. Плюс 7. 4, 5, 6, 7. Отлично. Эти войска тоже можно уже вывести отсюда. Так, здесь плюс 6. И 6 отрядиков нам тоже было бы неплохо отсюда вывести. Кровати. Все, уже сформирована полноценная хорошая армия. Правда, для Амакацу, чтобы во второсчете победить... Ой, блин, тут еще конные самураи. Надо, конечно, гораздо больше. А, какого хуя тут мятежники появились? Я что-то не понял, как я проглядел восстание в Киото. Так, ну... Давайте их долбанем, наверное. Прокачаемся чуть-чуть. А то они Академию еще. На Академию нападут. Так. А что за хрень? Не понял. Так, а если вот так, дружок? И ты погибаешь. Лады, нормально. Вот это мне нравится. Доход, кстати, уже прям радует. Вполне себе. Можно даже еще было бы выжить, допустим. Но мне не очень нравится этот метод там. Уменьшается благосостояние городов сильно. Да и эти деньги нам мало что дадут. Так, Дзюнцацуси вражеский, его бы подкупить надо будет, но это потом. Технологии, вот что я хотел посмотреть. 5 ходов еще, ладно, ждем. И Симатайра, кстати, в Кии может высадиться. Ватанабе, уже нападай поскорее, я же знаю, ты хочешь этого. Так. Да похер, ребят. Мне все равно. Серьезно. Тебя тоже убить? Так, попытка отвлечь внимание. Внимание отвлечено. Растущее недовольство. Предположите на минус 8. Блять, оно как растет? По каким законам? Причинам? Бред какой-то. Так. Отлично, у нас будет две охренительно больших армии. Так, а тут можно небольшой гарнизончик сделать и будем отбиваться. Можно обольстить будет, допустим, кстати, полководца. Или просто задержать их. Ну, давайте попробуем. Хорошо. Так, на один ход они встали. Здесь у нас что? Какая-то армия бомжей пришла. Че пришла? Непонятно. Так, ну до сюда они не должны дойти, даже с полководцем. Есть у меня, кстати, ниндзя. А ниндзя что может делать? Убивать военачальников, правильно? Отлично. Минус один отряд, так еще они меньше походят при этом все. Так, здесь тоже можно поубивать военачальников, в принципе, чего бы нет. Ниндзюки-то прокачанные. Кстати, можно еще маноми нанять.
Максимальное количество? В смысле? Почему? А, тут починить надо деревню. Понимаю, понимаю. Вот здесь неплохо было бы сделать гарнизон. А, нет, в Ки надо твердыню сделать. Ой, не в Ки, а в этом. В Иге. Твердыню надо обязательно мне построить тут. Зайдем сюда. Так. А чё это за армия? Не понял. Она стоит как будто в городе. Что у нас здесь по влиянию? 15%. Здесь 10%. Так, 48 уже неплохо. Растем. 55, 78. Ладненько, так, здесь у нас, ну, где-то высадка может быть, кстати. Где-то может быть. Одну серебрюси на всякий случай в этих местах оставлю где-нибудь. О, кстати, здесь хитрость при наблюдении за городами надо сделать. Налоговая ставка 32, сейчас сделаем хитрость за городами. 39 налоговая ставка, хорошо. Было бы неплохо уже самураев начать делать. Да, начну, кстати. Чё бы нет. Деньги позволяют. Лады, давай дальше. Я все думаю, то, что Фукухара наш враг. А нет, сейчас он пока наш союзник. Правда, зачем он на юг пошел? Там ничего интересного для него. Ну и что тебе это даст? А, ну ты дурачок, я понял. Надо с вассалами будет разобраться. Так, Маноми. Внимание, отвлечено. Включено. Починимся. Починимся. Да, починимся везде. Так. Диверсия у ворот замка, тогда ворота будут открыты. Ну, не знаю. Тут надо двойную мощь, двойную армию вести. Так, ниндзю вот сюда тогда ведем, да? Ну, будем полководцев убивать. Так, уничтожить и полководца. Цель ранена. Неплохо, тоже, в принципе. Не то, что я прям хотел бы, но... Чё поделать, тоже неплохо. Ну все, чувачок, дружок, тебе пизда. Получается так. Можно, кстати, даже конных самураев поделать. Они во втором счете вообще, наверное, там ебут. Хорошо. Ну и в этом. В ручном сражении тоже конница ударная. Хорошо зайдет. Так, что еще, что еще? Здесь на экономику также продолжаем все делать. Все на экономику мне надо. У нас уже экономика отличная, но мы можем еще лучше. Так, хорошо. Захватим Фукусиму. Короче, это будет поход на север, на Фудзивару. Кабаякава, сука. Ну, понимаю, понимаю, конечно.
Целую армию, блин, притаскивают постоянно. Так, ну у меня, кстати, есть самураи. Если чё. Конные причем, да. Так, тут ополчение по полной. Но надо форты делать. Да, надо форты делать. Так, сейчас весна, так что мы отлично... Отлично. Ебать! Агенты преграждают путь прям конкретно. Ни хрена себе. Не, конечно, понятное дело, то, что это очевидно, но... Почему так? Так, отлично. Вы оттуда никуда не сбежите зато. Хорошо. Так, ты, дурачок, тут стоишь, молодец. На дороге денег нет. Склады продовольствия. Блин, когда он все починит, интересно. Я хочу еще раз грабануть Хариму. Или уже захватить ее. В принципе, для нас это был бы приятный бонус. Так, тут уже твердыня есть. Это заебумба. Заебумба. Идем сюда. Так, 4, 4 чела надо туда, да? Но мы можем монаха туда отправить. Который, конечно, не сейчас пойдет. Так, ладно. Здесь делаем ополчение. Плюс 3. Так, тогда одного монаха сюда переводим. Ух, что еще здесь? 3 отряда я могу сюда отправить. Хочу Хариму долбануть. Не знаю, захватить или что с ними сделать, но что-то с ними сделать надо. Так, на небольшую разведочку давай сходим. Ага, и Симатара тут, да? Кстати, вот этот остров было бы классно захватить. Было бы классно захватить, потому что навряд ли они прям хорошо высаживаться будут. Кстати, Кай у меня мало защищенный. Это проблема. Здесь надо снести и построить гарнизон. Через 2 хода технология будет. Вкусно. Ну, чуваки, мне ничего противопоставить особо не... Блядь, 2 армии. Да вы серьезно? Китабатака так-то... Собирает неплохой костяк войск там. Кабаякава всегда были пидорасами конченными. Это точно. Они постоянно делают высадки. Они, как правило, выживают. Но лично у меня было так. Кабаякава это те еще сволочи. Прям конкретные. Так, давайте диверсия у ворот замка. Ну, естественно, не удалось. Так, знаю я вас, поэтому вот так делаем. Ну, естественно, не удалось, конечно, как иначе. Так, дружок-пирожок, прощайся со своей жизнью. Отлично, 11 тысяч можем получить, в принципе. Мы никуда не торопимся отсюда, наверное. Поэтому 11 тысяч я бы взял. Да. Я бы их взял, но при этом на ремонт я потрачусь. Так, казармы мне тут нахрен не нужны. Все же. Все же, все же. Так. Хорошо. Хорошо. Тут у нас что? Тут надо 3 отряда, 3 отряда. Откуда бы мне их взять?
Так, сделаем так и переведем сюда Дзюнсацуси. Хорошо. Так, здесь монаха можно перевести в Игу. И все у нас нормально. Сада только что-то восстать хотят. Влияние противника минус 10. Да вы конченые, что ли? Ну, восставайте, ладно, хорошо, я вас убью тогда просто и все. Без вариантов. Так, это что, сын, да? Ну, давайте сын возглавит атаку. Так, еще, чтобы полководцы получали больше опыта, надо их отдельно ставить. Оп, нормально. Делаем дом ополчения. Я хочу здесь закрепиться сразу. А, кстати, у нас тут что? Вот он, какие-то батака. Стой на месте, какие-то батака. Так, обаяние при обольщении. Здесь у нас чем? Вот, вероятность избежать провала, это, кстати, хорошая штука. Ну, точнее, вероятность того, что провала не будет. Так, здесь форт, здесь твердыня, но здесь много ополчения везде. Здесь тоже форт и есть ополчение. Так, отправим-ка конницу сюда. Надо будет форт сделать вот здесь еще. Хорошо, все мои поселения более-менее укреплены уже. И Минамото прям делают чудеса, как Рим. Они делают жизнь варваров лучше. Такс, что еще мы можем сделать? Надо захватить Бизен и здесь сделать военно-промышленный комплекс. Да, а потом сделать высадку. Хотя здесь, блин, у Киби достаточно много войск. Ладно, посмотрим, как там будет. Здесь на разведочку сходим везде. Кабаякава. Так, Киби. А Кабаякава, они вообще... Они мало провинций имеют. Ну, блин, высадки постоянно их. Раздражающие. Это даймё, ну понятно. Чё, как к нам вассалы относится? Ну так себе. Могло быть хуже. Могло быть и хуже, так. Кадзука, нормально, нормально, все будет хорошо. Там у нас... Давайте вместо форта здесь сделаем городскую стражу. Это попредпочтительнее будет. Но здесь немножко ополчения не помешает. Хотя даже, наверное, лучников лучше сделать. Везде более-менее нормально защищены мы. Так, Дзюнсацуси здесь нет смысла находиться. Есть смысл ему здесь находиться. Они, кстати, до сих пор Фузивару так и не захватили этих мятежников. Что довольно-таки интересно и любопытно. Так, лады. Лады. Союзник атакован. Сога. А, ну это те островные. Вот, вот этот остров. Напал на Фукухару Тайру. Ступиться, конечно, за союзника. Так, ага. Вот и Кабаякава. Тупые идиоты.
Подавить восстание в Сада. Да без проблем. Нападайте. Так, что у нас тут? Давайте самураев вот сюда переведем. Тут, кстати, твердыня. И здесь твердыня, да? Так. Они до сюда сейчас могут дойти. Но тут форт. Так что сюда предпочтительно отвезти войска. И сделаем пеших самураев. Так. Идем на Мияги. Идем на Мияги. Давайте сразу, сколько здесь надо оставить? 3. А нужно ли кого-то оставлять? Может, просто отключим налоги, да и все. Ну, да. Я думаю, так и сделаем. Так, тут твердыня. И идем наверх. Так, идем сюда. Если что, отвлекать внимание. Отлично, стой на месте. Здесь. Ждем восстания, потом идем дальше. Потом идем дальше. Твердыни везде есть, все хорошо. Влияние Минамотовское, в принципе, уже на высоте везде. Так, давайте усердие, воодушевление городов сделаем. Вот деморализацию тоже можно долбануть. Че по агентам, кого-то повышать надо еще? Нет, не надо. Ниндзя. Так, ладно, давайте небольшую деревню сделаем просто по приколу. По приколу и пойдем. А, нет, стоп. Надо уничтожить Зюнцацуси. Отлично. Отлично, теперь наше минамотовское влияние куда как бодрее будет идти. Так. Сначала разберемся с Фудзиварой, а потом уже со всем остальным. С Кабаякавой. В том числе. Сколько тебе перекупить стоит? Ну так, дороговато. Ой, в принципе, стоит вот эту технологию, наверное, делать. Да. Замки можно будет создавать. Гильдия торговцев. А дворец Минамото, где бы сделать дворец Минамото? Он что дает, кстати? Влияние Минамото в данной провинции, влияние в соседних провинциях. Но это все-таки лучше сделать там, где золото. Там, где золото, чтобы максимально доход получить. Так, что по заданиям? Беспорядок подавить, это мы сделаем, хорошо, без проблем. Ладно, ладно. Что там дальше? Тайра идет близ Киото. Но там, естественно, наш вассал его встретит. Ой, блядь, двойное нападение получается. Двойная высадка. Ну, придется сыграть. Садник с Нагинатой. Так. Не знаю. Но в любом случае, у меня рядом с Агами, у меня там кузница есть. Вам хана, ребята, так или иначе. Так или иначе. Надо форты тут еще построить, и тогда вообще будет счастье. Лучников у меня вполне себе достаточно. Мне уже не страшно проигрывать там города или войско. Даймё, конечно, не хочется потерять.
Это да. Так, здесь основной стек. Хорошо. Ну и здесь немножко есть чего-то, кого-то. Ладно, нормально. Погнали. А, ну как, здесь дофига, здесь дофига. Но сюда мы, если что, выставим наше ополчение замечательнейшее. Все, начинается перестрелка уже. А тут лучников и нет, в принципе, можно сразу вставать. Ну и на замену лучникам сразу сюда тоже встанем. Так, давайте быстрее занимайте позицию. А вы тем временем туда становитесь. И давайте везде огненные стрелы вырубаем, однозначно. Так, хорошо, пойдет. Здесь, наверное, все-таки надо будет отрядик отправить. А, это все лучники, прикиньте. Это все лучники. Так, давайте сюда тогда на помощь. Здесь стоп, стоп, стоп. Выставляемся сюда. Идем на помощь вот сюда. Самураи вообще отлично стреляют. Мне это нравится. Тут тоже подстреливают. Это хорошо. Все хотят убить нагинатчиков. Ну правильно, они, наверное, более ценные, в принципе. Когда полезли именно. Когда чуваки полезли. А, не, стоп, отсюда уходить нельзя. Хотя отсюда уходим, идем сюда, а вот эти вот как раз-таки сюда и помогут. Здесь. Бля, сюда как-то надо. Давайте вручную нападем. Они их по-любому перебьют. Наш полководец в опасности, мой господин. И все, с натиска залетели. Ай, куда за этот-то выходите, дурачки? Так, давайте сюда теперь. Опять на перестрелку. Хотя нет, какая перестрелка? Нам сюда. Нам сюда надо. Но у нас этот фланг не очень. Можно, кстати, выстроиться и стрелять по ним. Потому что в ближнем бою они тоже так себе на самом-то деле будут. Так, эти 17 человек сюда отведем. О, все хорошо. Тут мы отбились. Вот этих только надо добить. А здесь идем сюда. Куда, куда, куда идете через ворота, идиоты? Всадников с нагинатами. Да блять! Не понимаю, почему они так тупят. Самурай сюда. На ближний бой надо будет отправить. Так.
Вот эти 67 бойцов сюда отведем. Они что-то за ворота стали выходить, как-то странно. Как-то очень-очень странно. Давайте всадников с катанами. Нашими самураями разберем там. Ну, тут нормально, в принципе, выстоим. В принципе, да. Так, тут у меня еще целый отряд есть. Давайте вот сюда их подведем. Блин, всадники с катанами живучие. Отлично, охрана полководца. Умирает от огненных стрел хорошечно. Ну все, всадники с катанами, конечно, скоро подохнут. И тогда могут самураи мои стрелять, наконец-то. Так, огненные тоже стрелы давайте в полководца. Да я тут даже победил, блин, замечательно. Так, вот этих лучников отведем. Вот сюда. Так, и огненные стрелы по полководцу. Замечательно. Давай. Надо их сюда переставить. Будет более эффективно. Так, давайте переставляться. Господин, воины устали. Им требуется отдых. Ну, бывает. Что могу сказать? Просто бывает. Замечательно. Просто замечательно. Обстреливаем полководца в первую очередь. Ай, блин. Все, побежали, сволочи такие. Сволочуги. Ну все, победка. Да нифига не первого, офигительная победа получилась. Так, потеряли гарнизонное ополчение, зашибись. Ага. Ага. Давай. Так, ребятушки и ребятули, что делать? Я думаю, это... Эту битву мы сыграем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.